С компанией «Русагро» мы сейчас работаем в рамках благотворительности для того, чтобы они также оказывали помощь городу Балаково, потому что там есть ряд замечаний, особенно та техника, которая у нас стоит на федеральной дороге, если вы обратите внимание, да, как бы у нас не возникает заторы, а проблемы, как бы мы их видим и с ними взаимодействуем. Также было обращение в органы правоохранительные по поводу сейчас проработки и в том числе дирекцию дорог для того, чтобы там посмотреть установки знаков по крупногабаритному транспорту. Это в отношении компании «Русагро». Город они не вкладывают. Если говорить вот то, что они должны, и в то, что они вкладывают, мы со всеми ведем такую работу, но не все оказывают ту помощь, на которую нам бы хотелось рассчитывать. Это тоже факт.